Здравствуйте, уважаемые мною зрители, вот и подходит этот год к концу, а это значит, надо подводить итоги лучших наборов LEGO уходящего года. В этом видео я выберу самые лучшие наборы LEGO, по моему мнению, и расскажу вам немного о них. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек или какао, берите мандаринки, ну а я начинаю. 31-132. Корабль викингов. Леговцы решили поиграть на ностальгии легоманов, которые еще застали полноценную серию лего. Корабль сделан очень круто и проработано. 76-989. Длинношей. Леговцы очень бережно воссоздали модель длинношея из игры в модели с конструктора. Да и цена очень вкусная для такого набора. 21-331. Sonic the Hedgehog. Набор по одному из самых узнаваемых и любимых героев из видеоигр, сделанный при этом с любовью, ведь так здорово передать ландшафт Гринхилл достойно уважения. Многие ругали Эггмана, но как по мне, он тоже норм. 10-302. Optimus Prime. Первая коллаборация LEGO с Hasbro прошла успешно. 10-305. Замок рыцарей львов. Этот замок просто офигенный. 76-956. Побег Тирекса. В детстве я боялся этого момента в фильме, но он мне нравился. Этот набор мне тоже очень нравится. 76-218. Санктум Санкторум. Почти точная копия из фильма. 21-188. Лама. Во-первых, эта лама офигенная. Во-вторых... Майнкрафт, сука, это моя жизнь, блядь! Майнкрафт! 80-039. Hero Queen Haven. Это что, рай? 75-330. Тренировка на Дагобе. Нет слов, кроме вау! 71-411. Сборный Боузер. Как живой, но сука, не живой, ебать! 71-767. Храм Дадзё. Это просто... офигенно. Дорогие друзья, этот год был непростым, но я надеюсь, то, что следующий будет намного лучше. Желаю вам всем удачи в учебе, в жизни, вообще во всем, здоровья и всего самого наилучшего вам и вашим близким. Не теряйте новогоднее настроение, ведь впереди еще Рождество, каникулы, вообще здорово, кайф. Да, вот. Я попытаюсь заснять еще одно видео до Рождества, не знаю, это будет видео на этом канале, на втором. Хотелось бы что-то снять на втором, ведь последнее видео на нем выходило в октябре, про Наруто. Вот, идей много. В общем-то, ждите. С новым 2023 годом!